Hello. Да, бляха, подойди. Кальный статус отверстий на месте носа. С отверстием на месте рта. Они сюда нужно будет вставить. Книга идеально лежит. Правильно, еще майки. Это значит, трогать ее не надо. Возьмите книгу, вот ее вкусно. И почему ничего не упало? Изучить. Книга проклятия. Вот. Ключ снять ключ, да? Ключ особняка. Книга проклятия. Четыре маски. Маска, что молчит о зле. Маска, что не чует зла. Маска, что не видит зла. Маска, что не может ни говорить, ни чувствовать, ни видеть зла. Когда все четыре маски на месте, зла когда все четыре маски на месте, зло проснется. То есть вот из этой хуйни вылезет босс. А мне нужны маски, правильно? То есть я их принесу сюда, и что? А что за ключ-то? Здесь нет ничего необычного. А, ключ ничего, смотри. Да нет, ключ с выражением меча. Прекрасно. Но опять-таки хотелось бы ящичек. Очень бы хотелось ящичек, чтобы положить туда все ненужные предметы. Так, откуда бы не осталось. Эй, блядь. Сила, спасибо. А, вот он книга проклятия. Я ее прочитал, она принесла записку. Запомним, что здесь у нас лежат патроны для дробовика и какая-то хуйня еще, поэтому здесь все красно. Такая неприметная дверь на самом деле. Я почему-то думал, что выход во двор гораздо позже открывается. Здесь, по сути, выход не во двор не будет. Так, ладно. Значит, мы идем на первый этаж, и первым делом в самую первую комнату, которая была закрыта. Здесь есть ключ меча. Вы используете ключ меча. Я еще помню, что здесь когда-то из окна должна выскочить собака.
ничего не вижу в этом зале света. Нет, не могу. Не вижу, просвечивает или не просвечивает этих комментариев. А, да, все, вот тут вижу.